Сотрудники администрации городского округа Щелково совместно с представителями российских железных дорог и административно-пассажирской инспекции Московской области провели очередной плановый профилактический рейд, направленный на безопасность перехода через железнодорожные пути. На этот раз местом проведения мероприятия стал переезд через железнодорожные пути возле станции «Соколовская». Здесь РЖД была проделана в ближайшее время работа по замене резинокордового покрытия. Вот. Они полностью заменили переезд, реконструировали его. Сейчас вот, погода наладится, будут делать еще асфальтирование. Для того, чтобы автомобилистам удобнее было и быстрее переезжать через этот переезд. Здесь еще будет проводиться работа по настилу пешеходного перехода. Мы неоднократно уже собирались здесь, комиссия выезжала с РЖД и решили здесь сделать пешеходный переход, потому что поток граждан большой. Гражданам напомнили об элементарных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при переходе через железнодорожные пути. В первую очередь всегда нужно смотреть по сторонам и не ходить вдоль рельсов, ведь можно просто не рассчитать свои силы и угодить под несущийся транспорт. Обязательно вынимать наушники, чтобы был слышен звук приближающейся электрички. Также водителям раздали специальные тематические листовки, которые гласят «Остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою жизнь». Автомобилистам рассказали, что от соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов зависит не только их собственная жизнь, но и находящихся в машине пассажиров, бригад поездов и людей в них. Не нужно пытаться опередить поезд, ведь такая беспечность может стоить кому-то жизни. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.